думаю, что многие жители города, наверное, все замечают, какими темпами развивается в последнее время наш город. Естественно, эти все моменты необходимо охранять, потому что не все жители нашего города адекватно воспринимают эти вещи. В рамках программы «Безопасный город» существует муниципальная варта, которая своими силами выделяет определенное количество патрулей, как пеших, так и автопатрулей. Пеших патрулей у нас работают в основном по центральному району города, где охраняют коммунальную собственность и смотрят, поддерживают